Всем привет! Сегодня мы будем кушать суп и салатик. А какой суп? Суп у нас сырный. Сырный суп я сегодня сварила. Лук, морковка, картошка, курочка и сыр. Все я сняла на второй канал, сейчас загружаю. Так что, если вам интересно, заходите, смотрите. Этот салат тоже самый простой, самый элементарный, но я его так люблю. Это помидоры, сыр, яйцо, крабовые палочки и чеснок. Всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. Да, и всем счастья, здоровья, нам тоже. Тут у нас еще сухарики, да, я вот так вот сразу же кину. Суп. Ну, если останется... Это сухарики хрустим, по-моему, со вкусом сыра. Краба. И краба, по-моему. Нет, со вкусом сыра только. Со вкусом краба я не открывала. Угу. И правда сыра. У нас Маша один раз этот суп варила. Я ни разу не варила. Два. Ну, она вам, тебе варила. Тебе и себе. Вот вы ели, когда я была на сутках, да? И он такой был вкусный, что они сразу все съели. И потом еще раз она варила. Потому что он им очень сильно понравился. Угу. Наша тебе рецепт рассказала? Да нет, я что-то в ТикТоке сегодня сидела, смотрю, или в Инстаграме. Ваня сегодня ходил гулять. Мы ходили в этот парк народный, и Ваня там бегал. Прыгал, скакал. Я думаю, что делать, пока... Сидела на качельке, качалась, обалдела. Погода у нас прекраснейшая. Угу. Достала телефон. Звонит мне, а я не отвечаю. Ага. А телефон-то дома. Разговор не об этом. Достала телефон. Открываю Инстаграм, по-моему. И смотрю, сразу же рецепт у меня вышел. Вот этого вот супа. Думаю, ну-ка, надо попробовать. Ну, может, в ТикТоке. Ты всегда в ТикТоке сидишь. Раз дети так часто его хвалили и кушали. Съедали быстро его. Вообще моментально. Думаю, надо тоже попробовать сварить. Я завтра или сегодня все съем. Понравился? Угу. У Маши другой? Угу. По-другому, да? Угу. Тут неудобно мне левой ручкой кушать. Ой, сегодня, да, хорошо погуляли, погода классная. Потом я домой пошла, продукты купили, вот. А Ванька пошел дальше гулять. Да, Вань? Угу. Ты хочешь, скажи, что, как погулял? Хорошо. Я 2 гола забил. Угу. Первый гол. Прямо 3 рикошета. От коленки. Угу. А второй обычно попал, прям под юбочкой. Что значит под юбочкой? Ну это просто не над ногами. Да? Между ногами, да, это юбочка называется. Ничего себе. Такой суп вкуснючий. Я ж тут хлебушек приготовила, но, наверное, салатиком его поем. Угу. Сегодня по-домашнему. Солнышко сегодня у нас прямо вообще классно выглянуло. Жара опять начинается. Солнышко проснулось. Новый день за двором. Да, за окном. Я ж телефон потеряла. Тебе не надо пить-то пока? А то ты все время пить просишь. Пока нет, но я начинаю захотеть. Начинаю захотеть. Хотеть не начинаю. Скоро захочу пить. Нюша Украинка, огромнейший приветик тебе. Пишет такой вопрос. Татьяна, подскажите, как избавиться от отношений, которые себя исчерпали? Он преследует, встречает после работы, угрожает всем, кто со мной рядом. А я больше не хочу, не могу, устала. Лучше быть одной, но он не даст, что делать.
Это вообще страшная, конечно, ситуация, что аж прям это, если угрожает даже. Мне кажется, надо сразу же в полицию обращаться, писать заявление. Ну, это мамины мысли. Мамины мысли, да. Ну вот, если совсем не тянет к этому человеку, тогда, конечно, прекращать надо такие отношения. Стараться как можно меньше общаться, я считаю. Ни на телефон не отвечать. Меньше разговаривать. Если вы ходите обычными дорогами, значит, надо не ходить этими обычными дорогами, ходить другими дорогами. Угу. Но не ходить одной. Это точно. Надо ходить с кем-то. С подружкой, с другом, со знакомым, бабушкой, дедушкой, там, я не знаю, сестрой. Кто его знает, что у него там на уме? Сейчас пока так, а потом еще хуже. Как не зайдешь в телевизор, что-нибудь да в сводках в этих, то одну, то другую, то третью. И главное, все нормально, жили, встречались, а потом на тебе. При расставании такая ерунда происходит. Это ненормально. Так что, если какие-то уже сразу же начинаются у вас подозрения, там что что-то ненормально, надо сразу уходить, не ждать. Что они исчерпают. Когда-то они все равно закончатся, такие отношения. Если такой человек преследует даже, угрожает, ну это же куда угодно-то. Я съел. Если родственники не помогут, значит, надо в полицию идти. Только туда. Или суп. Еще. Еще супа. Ваня у нас еще будет сегодня молоком запивать. Все, мы купили молока. Да, буду суп молоком запивать. Купила молока. Зачем? Я вообще не понимаю, когда у нас на работе выдают молоко. Только я единственное его получить не могу. Я не успеваю. Ну, когда-нибудь это свершится. Когда-нибудь. Угу. Угу. Кстати, когда я пришел с улицы, начал смотреть космический джем. Так и называется. Оказывается, он уже есть в интернете, так что я сейчас тоже буду видео смонтирую, загружу и буду смотреть. Угу. Время у нас сколько? 9 часов уже? Десятый. Напишите в комментариях, вы смотрели его. Да, кто смотрел, напишите в комментариях, понравился вам или нет. Потому что про джунгли нам написали, что не очень фильм. А я вот хотела бы его посмотреть. Ну, не очень. Он диснеевский. Поэтому мне что-то хочется его посмотреть. Анастасия Нейфельд. Огромнейший привет, Анастасии. Вопрос задает Ваня. Любишь рисовать рисунки? В детстве я очень любил. В детстве я любил всякие мечи, там делать самолетики. Тебя спрашивают про рисовать. Я редко рисую. Он вообще не любит рисовать. Вообще не любит рисовать. Я изо люблю. Угу. Мама, нарисуй, я не могу. Мам, нарисуй, я не умею. Это ты про туды сейчас говоришь. Про что? Про труды? Да и про рисование то же самое. Mm-mm. Да. Не шибко он любит рисовать, поэтому... В основном по рисованию долги сдавала мама. Мама рисует. У нас же бабушка... По трудам. Да и по трудам тоже. И по рисованию тоже рисовала. У нас бабушка Лена, это художник изобразительного искусства, ну, преподаватель. У меня есть книжка. Для рисования. Ага, стоит в углу, пылится. Да. Ну, как бы я тоже немножко рисую. Не скажу, что очень прям так хорошо, но рисую. По работе. По какой работе? По своей работе. По какой работе? Фантазер. Ты меня называла. Ты меня называла. Во-во. Меня-то... Песня преследует. Она будет меня преследовать до глубокой старости. Привет, Татьяна и Ваня.
Огромнейший привет, Хафиза. Маша обязательно тоже. Все, я передаю все приветы, все эти ваши комментарии, что вы пишете, ждете Машу, я ей все это передаю. Она мама, она мама. В общем, она отдыхает по полной. Она вообще, походу, сюда возвращаться не хочет. А делали ли вы панкейки? Если нет, попробуйте сделать и скушать с медом, пожалуйста. Мы, кстати, делали панкейки. Я делала панкейки один раз, готовила, пробовала. Мне понравилось. Ну, не так. Я раньше, раз видите, сладко не очень ела. Я вот сейчас почему-то начала есть сладко. Я прямо в суповую тарелку, я же хотела поменять тарелку. Ну ладно, уже чё набухала. Бывает. Ты съешь, я тебе другую тарелочку тогда поставлю. А не, не надо. Вот этот вот салат, он идет по рецепту без чесночка. Но я добавила чесночка. Чуть-чуть, самая малость. Мама любит чесночок. Да, люблю. А, Рейни, огромнейший тебе привет. На какую камеру вы снимаете, задают вопрос. На телефон. Мы снимаем на телефон. Камеры нет. Honor 30. По-моему, Honor 30S. Нет, 30. Про. Светлана Кен, думаю, приятного аппетита, огромнейший привет. Спасибо, Светлана. Что-то не припомню, помидоры у вас имеются на огороде? Огороде. Ваня же вроде любит. Салат, кстати, Ваня, есть помидор специально для тебя. У нас есть помидоры в огороде. Да, они у нас, я еще видео на втором канале снимала, показывала, что они у нас на ветках не зреют, главное почему-то. Они у нас зреют только когда мы их снимаем, и они у нас на подоконнике, мы их раскладываем, они там уже краснеют у нас. Странно. А когда мы их поливаем, они не краснеют. А когда мы их просто на солнышке оставляем, они краснеют. Вот это вопрос жизни. Это что-то что-то. Это обалденный салат. Яйцо, помидор, крабовые палочки, сыр. Все. Рецепт на... Второй канал сегодня я загружаю. Это тебе. Спасибо. Два сухарика. Я тоже себе два сухарика с половиной. Сия. Привет огромный. Расскажите про парня с работы. Очень интересно. А что про него рассказывать? Маленький, молоденький, ходит, работает туда-сюда, туда-сюда. Иногда встречает. Все. Шоколадки дарит. То на такси домой везет, то в маршрутке расплатится. Бывает, хлеб домой приносит нам. Кто? Артём. А, ты про дяденьку? Ну, прости. Я вообще не могу. Вот, я говорю. Ужас. Я же не понял, какой дяденька же. Вот и говоришь тут всякую ерунду, потом люди всерьез воспринимают. Да, таёжный. Угу. Ты салат будешь пробовать? Не, я уже наелся. Я сегодня так бегал хорошо. Пришел такой, мама, я есть хочу, мама, я есть хочу. А поехал. А у меня уже все готово. Да. Пока Ваня там гулял, я как раз быстро приготовила. Очень быстро все готовится, вообще махом. Да. Хорошее вообще блюдо. И салат, и вот этот вот суп очень быстро готовится. Айдана Насербекова. Привет. Огромнейший тебе приветик. Вопрос мне. Вы смотрели «Великолепный век», турецкий сериал? Если да, то какие впечатления? Если нет, можете начать смотреть. Я не люблю сериалы. Я не смотрю. Вообще не люблю. Не, я только не люблю. Я люблю Шерлок Холмс сериал такой вот. Вот такие вот. Мама, короче, всякие там раскопки любит. Ну как там?
Детективные всякие, фантастические. Да. Вот мама такие готова вот я люблю. на все, чтобы даже книжку почитать такую. Триллер. Да. Триллер. Да. Расследование, детективы, вот этот вот «Восточный экспресс». Ой, вообще я люблю так этот тоже фильм. Вот у меня вот в таком духе, в таком плане. Ну, турецкие, не-не-не-не. «Кот под прикрытием». А. Вспомнила книжку. Вчера книжку сходили, зашли в магазин, в этот, в книжный, купила ему. 400 рублей книжка стоит. Ты ее прочитал? Прочитал. Не ври. Я, мама, тебе сколько раз говорил, я прочитал ее. Я теперь понимаю, почему у нас дети не читают книжки. Потому что родители не в состоянии купить детям книжку. 400 рублей, и он ее за один вечер прочитал. А еще надо книжку прочитать, еще 400. Я вчера зашла в книжный магазин, книжки стоят 1300, 1700, 1900. Я так посмотрела, поставила книжечки эти обратно. Комиксы вот такие маленькие. По маленьким страничкам 500 рублей. Вот такая вот книжка 400. Понятно, почему у нас дети не читают. Потому что недоступны книги-то по таким ценам-то разве можно... Вот ну что, неужели нельзя сделать книжку 70-90, там, ну, 200 рублей, ну не 1700 же. Чтобы дети умом занимались. Они готовы на все. После подороже делали книжки, потом дети тупеют. И потом вырастают какими? Неандертальцами. Ага. Ага. Хуру-му-му. Вообще ничего не понятно, что говорить будут. Как ты? Да речь. Пойдет. И все. Да? Угу. Как я. Согласен. Я пошутила, а ты всерьез. Хумил. Вообще ничего не понятно, что говорю. Да. Это правда. Че? Да. Неправильно составляешь предложение. Да. Неправильно говорю. Согласна. Плохо мыслю. Правильно. Русский не знаю. Так точно. Математику не знаю. Не, ну математику это ты знаешь. Ну там бывает. Возможно, частично. И тут с помощью. Домашнее, вот нам написали, пусть он сам делает, не помогать. Там, ну, что-то в таком плане. Мы ему как в каком плане помогаем? Просто пинком. Проверяем. Пинком, чтоб сел за стол, это первая помощь, да? Да. Чтоб сел заниматься. А если вот он занимается, например, и не может решить, да, какую-то задачу или какой-то пример, я ему наводящими примерами, наводящими вопросами. Например. И он сидит сам, думает, и вот уже вот логически, естественно, уже доходит до него, как решить эту задачку. Да. А чтобы вот так вот сесть и за него решить, нет. Я ему говорю, это ты учишься, это твоя голова, твой мозг, тебе надо... А не мне. Я свою отучилась. Маша, вот единственное тоже, я ей говорю, если ты проверяешь, скажи, у тебя ошибки. Пусть он идет вот, и ищет эти ошибки. Она, ну, Маша, конечно, не может. Маша, конечно, скажет, где у него ошибки. Нет, она всегда, у тебя ошибки, иди ищи. Я говорю, ну где эти ошибки? Ищу. А по настоящей математике вместо плюса я поставил минус. Да, в последнее время она уже так стала делать. Да. Раньше мне помогала, показывала, а сейчас она стала, ну, чуть-чуть... Чуть-чуть построже, да? Да, конечно. Возраст. Конечно. Наверное, в школе она такая. Возраст дает о себе знать, да. А Машу кто-нибудь ругает в школе? Или дерется Маша с кем-то? Ты что, нет, конечно. Ты ее знаешь? Конечно знаю, Маша леди у нас, нет. А что я уже со стола-то убираю? Господи, мы еще видео не закончили. В общем, дорогие друзья, я уже начала прибираться. Ну, раньше мы прибирали же, когда не было мукбангов на всяких ютуба. Помнишь? Чего? Раньше, когда мы не снимали на ютуб, мы все сразу со стола убирали. Ну? Ну так. И у тебя эта привычка осталась. Ну да. А у тебя только почему-то нет этой привычки. В общем, ладно, дорогие друзья, мы уже покушали. Салат очень вкусный. Заходите на второй канал.
видео с салатом и с супом будет буквально, ну, может, через полчаса-часик. Поэтому спасибо за то, что заходите к нам на канал, комментируйте, ставите лайки. Обязательно ждем вас на следующем мукбанге. И всем пока-пока! Пока-пока!